как в Максе накинуть текстуру на ручку, чтобы получить что-то подобное. Ну, во-первых, нужно или скачать текстуру такую плоскую, саму текстуру, или в фотошопе ее просто зеркалить, размножать, или в фотошопе можно ее взять, отсюда вырезать и там поправить. Ну вот у нас более-менее фронтально, тут блики. Тут тоже более-менее фронтально, но уже развернуто. Ну, суть урока не в этом. Короче, мы фотошопим эту фотку, чтобы вытащить текстуру, или просто берем кусок, берем этот лист, его размножаем по кругу, или вот этот лист. И потом нужно накинуть это изображение на ручку в Максе. Вот это типа ручка у нас. Сейчас найду какую-нибудь текстурку типа подходящую. Суть урока только в том, чтобы нам правильно расположить текстуру на объекте. Ну, пускай вот это будет. Даже лучше вот это. Во. Открываю редактор материалов. Новый. Материал Corona Legacy MTL. Diffuse вытаскиваю ус, отпускаю. Карта General Bitmap. Нахожу скачанную текстуру. У текстуры здесь галка не стоит реальные размеры. Таллинг 1 на 1. Все правильно. Врубаю сразу видимость текстуры во вьюпорте. Нажимаю эту кнопку сразу. Не когда с материал выбран, когда текстура нужная, нужная выбрана. Все, материал применяю к ручке, и у ручки ставлю правильное текстурирование. В принципе, оно уже и так правильное, вот. Ну, допустим, неправильное. Тогда я выбираю здесь модификатор UVWMap. А у нас уже плоскость правильная. Если бы была неправильная плоскость, там сверху, мы бы просто перебирали. Это вот правильное. Если бы у нас была уже она не по размеру, меньше или больше, нажали бы Fit. То есть по размеру объекта сделать. В принципе, все. Сейчас можно единственное ее просто размер изменить. Выбираю гизма, это типа пивота. Режим масштабирования. Могу ее поджать. У нас полезли соседние текстурки, потому что у нас сейчас текстура тайлится, то есть повторяется. Можно этот тайлинг, повторяемость, убрать. Иду в материалы, текстуру убираю, тайл отключаю. У нас только одна текстурка, но тут минус, что все, что за пределами текстуры, все черное. Тайл верну. Вот и все, в принципе. Можно это перемещать, можно ее вращать здесь. Так мы подгоняем правильную текстуру, чтобы она лежала на нашем объекте, на нашей ручке. Вот все.